хочу сегодня сделать снежинку. Снежинку я хочу сделать вот такую. Схемы у меня нет. Так что мы будем смотреть вот на эту снежинку и делать. Так, эта снежинка состоит вот из 6 вот таких одинаковых звеньев. Сначала делается вот эти вот 6 штучек. Вот таких вот длинненьких вот здесь вот. Бусинки, бисер, рис сюда можно использовать. Цвета можно брать какие угодно. Вот здесь в конце маленький бисер, мелкий, вот здесь ножничками показываю. Можно брать. Но я хочу сделать вот таким цветом. Тут я делала шарик. Это вот у меня шарик такой. Он не получился шариком, получился какой-то приплюснутый. Поэтому я его разрежу, разберу и буду использовать эти же бисеринки. Так, я приготовила мелкие очень такие вот бисеринки, мелкие бусины. Так, в этой коробочке у меня лежит рис, но я его, наверное, не буду использовать. Я хочу сделать яркую снежинку, вот из таких, из ярких. Здесь я на салфеточке уже высыпала. Ну, я люблю их даже повыбирать. Нам понадобится вот здесь вот серьёдка. 4 бисеринки можно взять. Можно взять 8. Я хочу сделать 6. Поэтому вот этот вот второй кружок можно посчитать. Здесь получается 12 резинок. И также здесь. Ну, мы же берем вот, если вот это одно звено, и здесь всего 6 звеньев. 12 надо нам резинок. Вот таких 12 штучек я выберу. Может быть, розовый выберу. Сейчас посмотрю, как у меня тут получаться будет. Возьму любой цвет. Ну, в наличии у меня вот такие бусинки есть маленькие. Можно использовать шарики вот эти вот новогодние, мелкие очень. Бусинки такие. Рис всякий разный. Мне всегда удобно высыпать на салфеточку бисер, рис. У меня вот есть еще одна такая салфеточка, но это поменьше. И всегда я пользуюсь вот такими ракушечками, раковинами. Хорошо ими подгребать. Вот так вот удобно брать. Ложечкой тоже пользуюсь, но ложечка, она электролизуется, поэтому мне как-то ей не нравится пользоваться. Итак, я уже сделала 5 петелек. 4 петельки я сделала полностью, а пятая у меня вот она, не сделанная. Так, потом мы ее, эту петельку вот сюда в бисеринку будем лесочку протягивать, маленькую бисеринку. И будет у нас пятая петелька готова. Эти петельки можно сделать побольше. Потом эти петельки я буду соединять вот здесь вот. Вот так, как вот в этой снежинке сделано. Так, приготовила я бисер. Вот такой вот у меня бисер. Рис. Я его отсортировала. У меня получается 2 цвета вот этого риса. 2 бисера. Этот и вот розовый для серединки. Приготовила маленькие бусинки, но эти бусинки маленькие совсем не буду использовать. Взяла вот эти побольше и вот такие вот у меня. Кругленькие, маленькие, беленькие бусинки. Так, и рис. Рис я буду потом соединять вот этим белым середку. Процесс продолжается. Потом закончу, покажу, как я буду соединять.
серединку расправить и потом делать соединение. Здесь я начала уже делать соединение. Это уже потом соединяются эти маленькие петельки. Вот эту серединочку я сделала поменьше. И стало лучше лежать. Стишинка готова. До новых встреч. Закончила я делать снежинки. Вот так они у меня выглядят. Снежинки я делала по одной схеме, разными вариантами. Ну, давайте посмотрим поближе. Конечно, фотоаппарат не отражает все эти прелести и оттенков этого бисера. Заходите ко мне на мой канал, смотрите мои видео, подписывайтесь. До новых встреч!